магазин собираемся. Вот смотри, какой снег. Красота. Забок это дерево называется. Этими штуками. Да, снег вообще. Снег такой, можно кино прям снимать. Ага. Жизнь в России. Как новогодний. Жизнь в России. В снегу. Ага. В прошлом году не было, считай, зимы. Ага. А в этом году, смотри, какая зима. Ага, спасибо. Красивая пришла к нам. Да. Прям хлопья летят снежные. В городе не сложно пройти по переводу воды обычно. А пока ты его затопишь, протопишь, перетопишь, очистишь. Его же и могут собаки насесть. Там школа уж какая-то. Да. Школа, куда мы голосовать ходим. А тебя вот не взяли как раз в эту школу. Это 12-й лицей. Я ж тебя сюда водила. Поликлиника. Ты меня еще вон туда водила. Меня тоже туда не взяли. Ой. Подходим к торговому центру с Лёхой. А чё нельзя-то? Кое-что нам тут нужно купить. Это торговый центр Светофор. Ну я да, помню, это зимний сад называется. Вот такие цветы. Алёха, это да, кофе. Да. Мы можем, кстати, зайти купить. Хозяина ждет.
Мне погода сегодня нравится. Вроде не так холодно, но красиво. Вот так вот. Сходили в магазин с Лёшкой. Идем домой теперь. Снимаем снег. Красоту снимаем. Да, Лёха? Да. Собрание жильцов нашего дома. Голуби. Сейчас мы их с Лёхой покормим. Они вон прям летят, летят. Нас увидели. Слушай, не боятся. Ну, сейчас достанем вам хлеба. Покормим. Потом еще говорят, что мы плохие. Вот смотри, кормят. Как они урчат. Пусть хотят. Сейчас я слажу за хлебом. Вот так вот. Вот с Лёшкой решили покормить Гулик. Холодно. Мы в одежде, они-то вообще без одежды так еще живут. Как же они налетают-то на хлеб? Ой, да они испугались, ты рукой махнул. А. Они испугались. Не, ну я им вреда не причинила. Но они боятся все равно. Ну да. Ой, куда? Ой, он прям к тебе, смотри, полетел. А. Он думал, что ты корм раздаешь. Не. Маленький был. Вон Лёшка кормит. Гвардию голубей. Как же они за хлеб сражаются? Ужас. Голодные. Ну да, червячков нету. Руки замерзли. Конечно, они замерзли, и ты замерз уже. Что, ты боишься? Боится тебя.